В понедельник, 20 октября, в Рязанской областной думе состоялось заседание рабочей группы по вопросам создания Музея истории земства. Экспозицию планируется разместить в здании Благородного собрания, часть которого занимает региональный парламент. Сейчас членами рабочей группы разработана концепция будущей экспозиции, с которой собравшихся ознакомил профессор, заведующий кафедрой истории РГУ имени Есенина Александр Огарев. Все, что вот есть, какие намечены экспонаты, имеется в виду экспозиция, представить. Они настолько требуют тщательной отборки материала и ее сокращения, что, возвращаясь к главному, вся сложность в простоте. Вот ее как представить, действительно придется нам обсуждать. И вот первая экспозиция, она не вызывает сомнений у наших коллег, я почему, в подтверждение нашего рассуждения. Правительственный документ, начиная с создания, вы видели проект, он у вас есть, как создавался указы, земские документы. Действительно, с нашего, это Рязанское земство, впервые, первый во всей России начал свою работу. Это вторая экспозиция. Третья экспозиция, как помните, должна быть посвящена биографиям председателей губернского земского собрания. Мы их называли, я не буду перечислять. Затем предполагалась экспозиция биографии председателей уездных земских собраний. Посвятить еще один стенд труды земских деятелей. На другом, на шестой, по счету, как было представлены портреты земских деятелей, губернаторов, ну и других видных деятелей, интеллигенции. Фотоматериалы, существующие здания и так далее. Фото, восьмой стенд, фотоматериал о жизни и бытии в Рязанской губернии. Девятое, личные вещи, если такие какие мы найдем. И десятое, это Рязанская областная дума, опыт регионального парламентаризма. То есть уже современный этап. Вот таких набиралось 10 экспозиций. На прошедшем заседании обсуждались различные вопросы создания музея, размещения экспозиции, использования мультимедийных технологий, а также разработка дизайн-проекта. Создание музея, подчеркнул первый заместитель председателя областной думы Юрий Еременко, позволит не только сохранить память об истории рязанского парламентаризма, но и открыть здание Благородного собрания, где он будет работать, для посещения. Ну, я думаю, вы знаете, что вот здание Дворянского собрания, это комплекс зданий, это один из ценнейших памятников истории архитектуры нашей Рязанской области. И он более 50 лет вот, был внесен в федеральный реестр. Ну, волей судьи показалось, что это здание оказалось на балансе Рязанской областной думы, потому что часть здания мы занимаем. И поэтому сейчас на нас легла вот обязанность его сохранения. Причем это очень строгие такие достаточно правила, высокие требования. Мы подписали охранные обязательства, которые предъявляются к этому зданию. И как бы мы сегодня несем ответственность за то, чтобы оно было сохранено, и наши потомки еще имели возможность вот это все видеть. И в связи с этим мы с самого начала, как только получили это здание, ну, очень ответственно к этой работе подошли. Фактически мы это здание спасали. Вот если показать вам еще 90-е годы, когда областная дума сюда заселилась, конечно, у нас есть альбом, при желании можно посмотреть, оно было в ужасном состоянии, фактически оно разрушалось, может быть, к этому времени уже его, так сказать, руинам мы наблюдали. Вот. А поэтому мы с самого начала очень системно к этой работе подходим. Вот мы провели здесь уже работы, которые, ну, неотложные работы. Была полностью замена кровля, перекрытие деревянное. То есть это грозило вообще в ближайшее время разрушением. Отремонтирован фасад. И сейчас, конечно, эту работу нужно довести до конца, с тем, чтобы оно было в полном отреставрировано. Еще долгие-долгие годы служило. Служило именно общественным целям, потому что даже в тех федеральных нормативных актах, в охранном свидетельстве, в охранных обязательствах записано возможные варианты его использования. То есть это некое общественное здание, которое может быть использовано только там с административными общественными целями. Здесь невозможно никакие торговые центры, какие-то другие там увеселительные заведения. То есть определенные жесткие требования, мы им следуем. Вот следуем последовательно. Сейчас вот, видите, появляются новые идеи, общественность нам такую идею преподнесла о создании здесь Музея истории Рязанского земства. Это фактически представительная власть в России, которая зародилась более 150 лет назад, опыт которой был чрезвычайно успешным, удачным. И сегодня мы во многом можем опираться на эту историю, на этот опыт. И опровергать расхожие мнения о том, что вот Россия – страна зарождающейся демократии. Ничего подобного.
мы можем еще, наверное, с кем-то опытом поделиться. Вот та подлинная демократия, которая шла снизу, когда вопросы, касающиеся самых насущных проблем жизни людей, решались снизу, она у нас, этот опыт есть, просто его нужно изучить и его использовать в современных условиях. Все это вот как бы выливается в такую большую работу. Здесь и реставрация, и восстановление памятника, и воссоздание каких-то исторических моментов, начиная от интерьеров зданий и кончая информацией, которую вот в виде форме музея предполагается представить нашей общественности, включив ее в последующем в туристические маршруты, чтобы люди, молодежь наша знали историю нашу, знали, что вот, как это все в Рязани зарождалось. То есть этот музей будет доступен простым рязанцам? Это как по нашему замыслу, этот музей безусловно будет доступен всем. И более того, не просто доступен, а мы будем стараться, чтобы вызвать интерес к нему, то есть включив его там в туристические карты, в туристические маршруты. Это очень хорошо сейчас увязывается с концепцией вот исторического воссоздания облика улицы Почтовой. Вы знаете, что сейчас она преобразилась. Там многие помещения, кстати, тоже освобождены, которые раньше использовались для каких-то других целей. И предполагает создание нескольких даже комплексов музеев. Вот это как бы в единую сейчас концепцию достаточно хорошо ложится. А по срокам сориентируйте, хотя бы приблизительно? Ну, сроки, во-первых, будут зависеть от объема работ, которые нужно сейчас. Будет готовиться проектно-сметная документация на каждый вид работ и от возможностей финансирования. Но то, что некоторые работы нужно делать обязательно в кратчайшие сроки, то, что связано с, вот, со строительной частью, с сохранением каких-то элементов зданий, внутренних интерьеров, потому что сами понимаете, что здесь некоторые вещи не могут, так сказать, отлагательства не терпят.